А мое дело помните? Смутно. Спасибо. Подождите, подождите. Что-то связанное с подсвечниками пана Ярослава Соболевского. Да? 8 канделябров. Фамильная драгоценность. Да. 2 пуда серебра. Дерзкая была акция. Как? Вы были? Вор. Нет, ну ничего серьезного, Оленька. Так, они с приятелем украли эти подсвечники, но Роман Григорьевич хотел их обратить во что-то благое. Семьям тифозных хотели помочь. Но ваш приятель, кажется, тогда не согласился. А мы поссорились, поругались, подрались. Попали к вам? Да, было делом. За что я вам очень признателен. То есть? В тюрьме я попал к политическим. А, ну и... Понятно. Спасибо за чай. Мне пора, Илларий Данилович. Приходите. Рад буду вас видеть. Роман Григорьевич. Да? Благодарность за визит, так сказать, за доверие. Можно совет старого криминалиста? Сделать одолжение. Фиаско ваших предшественников, как мне кажется, заключается в том, что они шли на банду этого Вахромеева в открытую, примитивно, неизобретательно. Надо бы найти тропу понадежнее. А что касается меня, то послужить я еще в силах. Если не ногами, то головой, во всяком случае. Спасибо. Спасибо, Илларий Данилович, большое.